Во Владивостоке по адресу Пихтовая, 4А, на остановке детский парк произошло возгорание. Огнем оказался охвачен торговый центр «Руслан», а также стоящие рядом павильоны. Сообщение о происшествии поступило пожарно-спасательной службе в 11:23. К месту пожара незамедлительно были направлены пожарные расчеты. Прокуратура Первомайского района города Владивостока организовала проверку по факту пожара на рынке на детском парке во Владивостоке. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Пожар был оперативно ликвидирован. Площадь горения составила 300 квадратных метров. В ликвидации было задействовано около 50 человек и 17 единиц техники. Внутри торгового центра сгорели павильоны и электропроводка. В результате происшествия пожарные эвакуировали 5 человек, пострадавших нет. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.